сплетни. Не может быть! И вы еще не слышали? Полтора месяца назад в одной из социальных сетей на профайле жены известного шоумена MC Майка, я думаю, что все так его знают, изменилось семейное положение. Опачки. Да, в этом месте должна быть барабанная дробь. А что написали? Статус разведена. Вот так вот. Интересненько, да. Вот вроде бы совсем недавно семья обогатилась еще одним ребенком, а тут посмотри-ка. Статус этот и непосредственно саму информацию слил нам один молдавский блогер, который пожелал остаться неизвестным. Вот давайте узнаем, ходит ли Майк отныне в холостяках. Прямо сейчас мы это попытаемся выяснить. Не может быть! И вы еще не слышали? Что ж, вернулись мы, но не мы, а Машка выбежала в слезах из студии, в истерике. Почему? Потому что, когда я дозванивался MC Майку, он оказался в студии канала СТС, а это всего лишь на один этаж выше от нашей студии, и прибежал в нашу студию. Привет, Майк! Да, всем добрый день, всем привет, вы классные. Между прочим, хотел сразу сказать, что вы классные, поэтому еще раз говорю всем привет, да. Мы поняли, я думаю, что и вы поняли, дорогие друзья, что вы классные. Что ж, Майк, пролетел такой слушок, что твоя жена Надежда написала в одной из социальных сетей, что она разводится. Я тебе скажу, что этот слух преследует меня практически сразу же после брака с Надеждой, потому что в первые же года я уже слышал от девочек, которые посещали всевозможные салоны красоты, о том, что, Майк, так подождите, вы все-таки женились или не женились? Потому что, как бы, очень некрасиво, если вы оставили ее с ребенком. Я говорю, да нет, как бы все в порядке. Да, то есть это началось тогда, потом какое-то время было затишье, и сейчас, буквально недавно, я вам скажу так, я услышал. И потом все-таки я у Надежды спросил, вы знаете, оказывается, что это правда? Да. То есть она действительно, да, она писала такое в одной из социальных сетей. Аргументировано это было тем, что, оказывается, я, а у меня иногда возникают такие мысли, предложил ей развестись для того, чтобы потом пожениться и свадьбу сыграть либо в прыжке с парашютом, ага. Либо на бассейне, чтобы не было никаких платьев, и все были в купальниках. А, ясно. Вот такие вот странные мысли у тебя. Ну, кроме того, у нас же полный рот сплетен и слухов вокруг наших радиостанций и вокруг наших звезд. То это есть... как у стоматолога, вы сплюньте. Да-да-да. То есть это неправда, вы не разводитесь. Мы не разводимся, хотя семейная жизнь, она достаточно сложная штука. Но нет, я буду стоять до конца. Буду бороться за крепкость семьи и за единство брака, да. Ну и правильно, освобождай микрофон, спасибо тебе большое. Давай, Машке, поговорить.